Приходите к нам в управление по делам молодежи по адресу Терская, 79. Абсолютно несложный пакет документов мы поможем вам собрать. Это будет, опять же, интересная, наполненная достаточно хорошей содержательной программой смена. Первая смена была посвящена военно-патриотической тематике, а вторая – лучшим социальным практикам. В ней принимают участие молодые люди от 18 до 30 лет. Анапе есть что показать. В этом году в городе открылась первая школа волонтеров. Есть и наработки по работе с молодыми семьями, а также предложение, чтобы астрономию преподавали студенты. Это поможет возродить интерес к предмету, который сегодня возвращается в школы. Какой именно проект возьмут в разработку, станет известно в ходе форума. Безусловно, на фоне вот этой такой деятельности проектной, которую уже не первый год регион вот как бы нам помогает реализовывать, традиционные мастер-классы по туризму, на командообразование специальный мастер-класс, плюс там полностью оборудованный лагерь, который просто позволяет молодому человеку себя чувствовать там комфортно, уверенно, проявить себя, свои не только физические, но и нравственные качества, потому что там достаточно хорошо представлена и творческая составляющая, то есть и песни, и какие-то досуговые мероприятия, вечерние дискотеки. То есть программа выстроена таким образом, чтобы человек с любыми абсолютно потребностями внутренними и физическими смог найти там для себя какие-то интересные вещи.